Здравствуйте, друзья! Сегодня виноградники. Будет иная композиция, но основу возьму в этой работке импортного художника. Так. Небочко у нас засвеченное. Будет слегка голубить. Свет на воде. Крымскую скалу. Соломка, которая коричневый с изумрудной. Сначала теневые проявления винограда. Прежде чем желтую траву класть, мы должны были положить. Дальние облака. Передние. Облака.
ступенчатый характер этих света и тени, показывает идею пространства. То есть вот эту красоту. Кипарисик. Очень по-крымски. Черный с изумрудный. Так, и в общем-то мне осталось провести вот эти светлые бока. Вытираю кисть после каждого проведения. Вытираю, смотрю на кончик кисти. Ну что, друзья, этюд готов. Крым. Лето. Надеюсь, вам удастся пописать в Крыму в таких местах. Друзья мои, я все-таки убрал эту пупышку. Она так она была по-крымски, но трудно ее сделать так, чтобы она там была на месте. Будет дыркой такой. Ну или не дыркой, а пятном. И без нее хорошо. Все.